Привет, ребята, это исследователь. Небольшой отзыв об этом, как же даже назвать, какой-то маргарин говняный. Я, естественно, знал, что он дешевенький и дурацкий, но он просто мега поганый. Раньше тоже были такие в коробочках, и на хлеб люди намазывали, более-менее что-то было на троечку. А это просто ужасная штука. Ну, на вкус отвратная даже для такой цены. Ну, какая-то что-то рублей 40 или 50 она стоит. Спред. Вот состав можете почитать. Просто, ну, можно жарить на нем, как на маргарине, какие-нибудь картоху, может быть, но на хлеб намазывать, просто хлеб портишь вот этой вот фигней. Так что даже если мало денег, но не берите ее. Это ужас какой-то. Я схватил как дешевенькую. Думал, будет кое-как, но оказалось как какая-то смазка машинная. На этом все. Пока, ребята.